Джесси Глейзер, выходи! На слабо! Что за... Ты следующий участник программы «На слабо». Любимая программа у всех, когда потрешь меня и случится нечто прекрасное. О, играешь на слабо. Давай, Джесси, ах ты, детка моя. Потрогай каждый свои гениталии. Netflix. Ладно, давайте обсудим. Мы все согласны, что очень много токсичного мужского начала в нашей школе, верно? Парень с большим членом ломает вещи. Черт возьми! Мы что, животные? Да, вы животные. Я хочу трахнуть каждого! Не надо было пускать это в прямой эфир. Оригинальный мультсериал Netflix. Все парни составили списки самых сексуальных девок в классе. И девки в дикой обиде. Меня тошнит от парней. Они нас оценивают. Да, я чувствую себя куском грязного мяса. Как ломтик с ребрышком, который знает, что к чему. Это Флорида, дом девчонок в бикини. Кузина Шерил? Не могу я вернуться в школу, когда, если спросят, как там весенние каникулы, я скажу, зашибись, у меня был инцест. Не понимаю, такое милое слово. О, он пытается грудь сосать. Жестковат прикус, у него видно лишние зубы. Больше перемен. Миссия Ураган хочет навести хаос. Ты правда хочешь домой? Больше чувств. Ты нравишься нам, какой есть. А я пансексуальна. Офигеть! Гораздо больше прикосновений. Я стараюсь быть союзником женщин. Ник, Эндрю, Джесси. Невинность до конца учебы. Грёбаная жизнь. Весь выпускной год. Болтун. Чем займемся на этой неделе? Ну, мы работаем с тренером Стивом. Как у тебя сейчас с женихами сладкий? Да как это щетка? Ладно. Потому что ей я мою все свои места. Голову, зубы, промежность. Промежность? И задницу. Храни, Господь, мою пипку, бедная щетка. Только на Netflix с 4 октября.